Thank you.
оружию! Как поживаете? Как дела? Что интересного? Доносили, я понимаю, послать других Дейдра. Стала главой Скайвима. Воюют с домом Редаран Мараквай. Приветствую тебя. Опять война с Норзом. Эти россказни о том, что тролли можно почувствовать. Они не любят огонь. Не знаю, как выразиться проще. Скажу прямо. Рейлин Гробокопательница должна умереть. Что Рейлин, наконец, есть ли новости из других провинций? Могу я тебе помочь? Торговля с Кумой говорят, приносит хороший доход временам. Так больше, что давай посмотрим, остается Ренриджера Крина. Удачного тебе дня. Торговля с Кумой дурно пахнущее дело. Приветствую. Как дела? А Ренриджера Крина, могу я тебе помочь? Головорез. Говорят, синдикаты волшебников наложили удачную тебе торговлю имперскими товарами. Такая встреча. Продолжай. Среди айтнеров есть могущественные маги. Во сне к тебе придет темная брата. Так они набирают. Безопасно новых тебе, думаю, у меня есть немного. Еще неужели? Рассказывай. Конечно. Как поживаешь? Ови изредка встречаются обособленные фермы и поселения, а большая часть населения живет вдоль побережья. Продолжай. Доносились ли новости из Салют. Других провинций? А илейские говорят, синдикаты руины? Волшебников наложили вето на торговлю имперскими товарами в землях лет, Альтмеров. Но они все еще работают. Среди так альтмеров есть могущественные маги. Продолжай. Анвил весь гудит. Сначала нападение на часовню, а теперь пророк вещает о конце света. О боги! Точно! Гильдия бойцов опять набирает рейд. Это ты? Привет. Неплохой способ подзаработать, если тебе хватает мужества для такой работы. Интересно. Мы все говорим об убийстве императора. У нас нет императора. И нет наследника.
Да. Могу я чем-нибудь помочь тебе? Он наверху. Проходи. Я брат Джоффри. Что ты хочешь? Император Уриэль? Ты знаешь что-то о его смерти? Амулет королей с тобой? Этого не может быть. Дай-ка я взгляну на него. Клянусь девятью богами. Это же амулет королей. Кто ты? Откуда это у тебя? Что ты знаешь о... Хоть твоя история и невероятна, я верю тебе. Только странная судьба Уриэля Септима могла вверить твоим рукам амулет королей. Значение этих слов не ясно также и мне. Император, похоже, чувствовал угрозу, исходящую от демонического мира Обливиона. Принц разрушения Мерунес Дагон, один из лордов Обливиона. Но смертный мир защищен от Дейдра Обливиона магическими барьерами. Я точно не знаю. Только императоры полностью понимают значение ритуалов коронации. Амулет королей очень древний. Сама святая Олесия получила его от богов. Это священная реликвия великой силы. Когда император коронуется... Он использует амулет для возжигания драконьих огней в храме Единого в имперском городе. Теперь, когда император умер, а его наследник не коронован, драконьи огни в храме потухли впервые за многие века. Может быть так, что драконьи огни защищали нас от угрозы, о которой знал только император? Я один из немногих, кто знает о его существовании. Много лет назад я служил капитаном телохранителей Уриэля Клинков. Как-то ночью Уриэль позвал меня в свои личные покои. В колыбели там спал новорожденный мальчик. Уриэль приказал мне доставить его в безопасное место. Он никогда ничего не говорил мне об этом мальчике, но я знал, что это его сын. Время от времени он интересовался жизнью ребенка. Теперь, похоже, этот незаконнорожденный стал наследником трона Септимов, если он еще жив. Его зовут Мартин. Он служит Акатошу в часовне города Квач, к югу отсюда. Тебе следует срочно отправиться в Квач и найти его. Если враг знает о его существовании, что вполне вероятно, Мартину грозит страшная опасность. И, пожалуйста, дай мне знать, если тебе что-то понадобится. Мои возможности здесь ограничены, но я помогу всем, чем смогу. Он один из самых молодых клинков, когда-либо служивших в личной охране императора. Я рад слышать, что он жив,
но, боюсь, он воспримет смерть императора очень тяжело. Коронация нового императора считается состоявшейся, когда он использует амулет королей, чтобы зажечь драконьи огни в храме Единого. Драконьи огни Акатоша не гаснут до самой смерти императора. Его преемник зажигает их вновь, восходя на трон. Сейчас, когда император Уриэль мертв, а его наследник не коронован, храм Единого погружен во тьму впервые за многие века. Да, Баурус все правильно рассказал тебе. Я грандмастер клинков. Мы служим императору и роду Септимов. Талос — наш покровитель. Удивлен видеть меня здесь. Осторожность — вот наш девиз. Только немногие из нас имеют честь открыто служить в имперской страже. Это дейдрический принц разрушения. Заклятый враг всех смертных рас. Много лет назад он принимал участие в заговоре Джагара Тарна против империи. Меня не удивляет, что он стоит и за нашими нынешними бедами. Он священник часовни Акатоша в Кватче. Ему никогда не было ведомо, что он сын Уриэля Септима. Тебе следует найти его как можно быстрее и привести его сюда. Согласно древней традиции, совет старейшин правит в отсутствии императора. Канцлер Окато возглавляет совет старейшин, и сейчас он больше всего подходит на роль лидера империи. Но клинки подчиняются только императору, естественно. Мы не являемся инструментом правительства. Здесь со мной он будет в большей сохранности. Когда ты вернешься с Мартином, мы подумаем над нашим следующим ходом. В своем сундуке я держу кое-какие вещи для странствующих клинков. Возьми там все, что тебе необходимо.
Думаю, у меня есть немного времени. Я знаю, что ты выполняешь важную миссию — задание клинков. Пожалуйста, если тебе нужна лошадь, можешь взять мою из конюшни Приората. Ступай с благословением Талоса, и пусть сопутствует тебе удача. Да. Наш орден посвящен поклонению божественному Талосу и распространению его учения. Я уверен, ты уже знаешь о нас. Если нет, я приглашаю тебя посетить нашу прекрасную библиотеку. Мы рады всем. Приорат Вейнон – это монастырь, посвященный Талосу и девяти божествам. Брат Пинер, отец Джоффри и я – все мы члены Ордена Талоса. Эронор, послушник, ухаживает за овцами и нашей маленькой фермой. Брат Пинер – юный монах, усердный и энергичный. Со временем, надеюсь, он также добавит к своим добродетелям спокойствие и рассудительность. Это вопрос доверия. А я пока что не вполне тебе доверяю. Слушаю. Ну разве это разорительно? Прошу прощения, но мне не кажется уместным говорить с тобой об этом. Слушаю. Ну разве это разорительно? Тебе воздастся. Послушай, ты мне нравишься, но не настолько, чтобы сказать тебе это. Конечно. Это мне? Спасибо. Спасибо, как мило. Тебя удивляет, как необычно Эронор управляется с овцами? Возможно, тебе будет интересно узнать, что сестра Эронора, Дагайл, живущая в Лейявине, выдающийся маг. Ты можешь воспользоваться моей лошадью. Я редко путешествую. Уверен, тебе она нужнее, чем мне. Прощай. Как дела? Добро пожаловать, добрый человек. Я брат Пинер, а это приорат Вейнон. Могу я чем-нибудь помочь тебе? Он не похож на обычных самопровозглашенных святых. Возможно, он говорит правду, и нападение на часовню Дибеллы — это только начало атаки на самую церковь. Он не очень хорошо известен, но многие братья Ордена Талоса являются также и членами клинков. Обители Ордена, такие как Приорат Вейнон, предоставляют кров путешествующим клинкам, а также предоставляют приют и утешение верующим. Те клинки, что уже не могут служить вследствие своего преклонного возраста, зачастую вступают в наш Орден. Для нас большая честь, что грандмастер Джоффри, или брат Джоффри, как он предпочитает себя называть, поселился здесь. С каждым днем становится все хуже. Священники убиты на алтаре часовни. Что дальше? Еще увидимся.
Пастух я, зовут Иронор, а это приорат Вейнон. Ну, обычно я не вмешиваюсь в дела тех, кто приходит в приорат Вейнон, чтобы повидаться с мастером Джоффри. Ты можешь взять этот молоток. Надеюсь, он пригодится тебе, а у меня есть другие. Работа кузнеца здесь все равно не особенно востребована. Ну, ладно. У нас обоих есть дела поважнее, чем стоять здесь весь день и болтать. Удачи тебе! Приветствую. Я Брелиус Гавей. Нет, мы не продаем лошадей, но мы хорошо питаемся. Эта конюшня принадлежит орку. И, ну, ты понимаешь, орки и лошади... Император и его три сына мертвы. И все это произошло под носом у имперской стражи. Это позор! Некоторые думают, что лошади предназначены для езды. Но некоторые из нас орки. Снеграбура, например. Она предпочитает езде на лошадях. Жаркое. Еще увидимся. Что-то беспокоит, гражданин? Что ты ищешь? В этом городе нет гильдий, а университет волшебства находится на острове за городскими стенами, к югу от Дендрария. В часовне Анвила произошла страшная беда. Все служители и служительницы Дибеллы убиты. Иди своей дорогой. Все в порядке, не так ли? В часовне Анвила произошла страшная беда. Все служители и служительницы Дибеллы убиты. Прощай, гражданин. Говори. Защищать и служить. Вот наша работа. Императоров убивали и раньше, но на этот раз... Не знаю. Сейчас все по-другому. Ты чувствуешь это? Тень упала на Тамриэль. Проходи.
Говори. Что такое, гражданин? Что-то нужно? Это тот вор, которого имперская стража все время ловит. Он предпочитает красть у богатых. Он просто вор. Говорят, что он возглавляет гильдию воров. Какая чушь! Ты можешь представить, чтобы воры попытались создать гильдию? Знать ненавидит его, но крестьяне и нищие его обожают, особенно в портовом районе. Императоров убивали и раньше, но на этот раз... Не знаю. Сейчас все по-другому. Ты чувствуешь это? Тень упала на Тамриэль. Прощай, гражданин. Тебя интересует обучение акробатике. Тебя будет непросто обучить. Я Ида Вленорман. Это тот капитан имперской стражи, который вечно охотится за серым лисом и гильдией воров. По мне, так он охотится за тенями. Гильдии воров, возможно, вообще не существует, а серого лиса и подавно. Это просто спорт. Подъем по стене часовни. Страже это не нравится, но совсем не обязательно взбираться на часовню, когда рядом находится стража. Я многое могу показать тебе. Еще увидимся. Добрый день. Еще увидимся.
Как дела? Дженна Синтаф, я делю этот дом с Джастией, моей сестрой. Это преступник в розыске! Он ведь мастер-вор? Говорят, он очень опасен. Еще говорят, что нищие работают на него. Береги себя. Я слушаю тебя, гражданин. Опять набирают рекламу. Неплохой способ подзаработать, если тебе...